Всем привет, это СБ 1713 или просто Саймон. Продолжаем реакции и да. Если вы заметили, я думаю, вы заметили. Минус волосы случились недавно. Ну, так получилось. Опять же, сегодня я, наверное, проведу стрим, про это чуть больше расскажу. Так что эта реакция выйдет как раз сегодня. Но если вы ее смотрите попозже, знаете, можете пересмотреть стрим. Так получилось, короче. Вот, но в любом случае, это все фигня. Давайте про это потом, потому что наконец-то реакты. Я поотдыхал, подпраздновал праздники, да. Вот, и, собственно, новые реакции, плюс много всяких там вкусностей повыходило. И вот начнем мы сегодня с группы Develoof и их нового прям трека, прям свеженького. Называется он Song for the Week. Странно называется, я на самом деле думал, что это какой-то... У них это digital single, как я знаю. И я думал, что они просто вбросят его и забудут. Ну, типа, просто сингл. А оказывается, там целый клип. Поэтому сейчас, естественно, будем его смотреть, будем реагировать, будем понимать, что там к чему. И я уже случайно тыкнул на этот клип на работе, и из-за того, что у меня там плохой нет, он меня немножко протупил. Я 2 секунды аж послушал начало, к сожалению. Вот, но тем не менее, естественно, я не смотрел, но там вроде что-то прям очень крутое должно быть, так что давайте сейчас это и заценим. И да, сразу скажу, что вот теперь сейчас, собственно, вот с этой реакции опять продолжим реакции в нормальном темпе, то есть каждый день будут выходить. А по поводу пачек, опять же, на стриме кое-что скажу, так что обязательно заходите на стрим, сегодня он будет. Если не успели, если не сможете зайти на стрим, то будете его пересматривать, потому что там много... Ну, я, наверное, даже отдельно вас оповещу об этом стриме, потому что я хочу там много рассказать про своих планы на 24-й год и будущее и так далее. Вот. А в плане реактов, как бы все, опять же, все то же самое изменится, наверное, только летом. Летом, наверное. Ну, ближе к лету я хочу, конечно, кое-что поменять. Плюс я уже кое-что поменял, если вы могли увидеть, помимо прически. Вот. Так что, ну, короче, все на стриме, чуваки. Так что, кому интересно, обязательно заходите. А реакты как реакты, так что давайте приступаем к реакции, собственно, на Develoof, потому что очень интересно. Я не думал, что они прям так быстро кинут нам трек, потому что под конец 23-го они сделали прикольный трек, и вот бац, что-то еще от них. Естественно, в самом начале я уже делал пару реактов, там не было Visual K, а сейчас я вас буду бомбить жестко Visual K, прям несколько реакций подряд, потому что там есть что посмотреть. Короче, все, долго болтаю, поехали смотреть. Вот, все, дальше я не слушал. Но начало там уже прям мощное было. Блин, хорошо прям началось. Ой-ой-ой. Вот эти пищалочки, ну это как я люблю. И опять мощное звучание, вы слышите бас прям, прям нормально, плотненько все так. Ну чё, куда это все пойдет? Мне очень нравится, как канты выглядят на их фоне. Вообще, они очень странно выглядят, честно скажу. В плане круто, но прям так очень разноперстно. Бля, это что? Еще братья Викищики. Или там внезапно настоящий идет. Ха-ха-ха. Блин, слушайте, они прям раскрепостились, прям жестко. Бля-ля. Ой, я очень доволен, куда Develoof идут. Походу, они что же на мейджор лейбле, да, теперь? Походу, они, ну, в правильную сторону начали вели вести. Потому что тут как бы и кач, и плотность, и мощь, и еще какие-то интересности. Блин, очень хорошо, мне пока прям супер нравится. Ну-ка. Ну,
да, да, прям массовочку. Вообще не помню, у них была когда-либо массовка. У них был один клип, я помню, только с этим. Девушка еще, которая там осудилась, скажем так, под конец клипа. Блин, вот это прям супер хорошо. Это прям ой. Мне супер нравится, как это звучит. Ну, они прям мега плотно стали звучать. Ну, вот если они, ну, релиз какой-нибудь долбанут, там, альбом или EP с таким звуком, это сразу в топы пойдет. Первые топы от меня. Уже 24-й. Блин, а было бы, кстати, супер иронично. Ну-ка. Ух, вверх прям был. Что? О, жесть. Прикольный брейкдаун был. Он не был тяжелый, но прикольный был. Я говорю, иронично было бы, если бы там были вместо девушек тоже детейщики, это было бы супер иронично. Блин, ну ладно. Как Канта хреначит, прям в поле. Не, в этом треке вообще все хреначит. Мне очень нравится гитарный бас-партии. И вот это супер хорошо. Я вот его лупов такого вообще не слышал ранее. Такое немножечко что-то полугазетовское, полулукоенное, кстати. Блин, вот эти фуратки тут опасно выглядят, на самом деле. Ну вот эта бородка, это всё-таки прям хорошо. Это долгий трек, кстати. Как будто он такой немножко бесконечный. Слушайте, ну, а если так подумать, они... Ну ладно, сейчас закончится реакция, я после скажу очень интересную мысль. Оля. Не, ну это прям... Так, ну вот мы посмотрели клип, послушали трек Song for the Week от группы Девилухов. Девилухов, да? В первой же реакции сразу надо мне протупить. Короче. Что хотел я сказать под самый конец реакции, я вот решил отдельно, чтобы не заглушать прям совсем уж. Да? И что я хотел сказать? Насчет того, что вот я сейчас это все смотрю, ну, точнее, я сейчас вот это все посмотрел, послушал и понял, что... Как будто бы две луфы, ну, вместе с Жилюкой тоже, опять же, да. И, ну, ждем декскорчиков, чтобы вот декскорчики сделали. Потому что, ну, честно скажем, вот такие две луфы, да, с таким звуком, с такой подачей, такой внешкой. То же самое у Жилюк, да, вот именно их последний там вот Веном и так далее. Это же прям вот новое, там, я не знаю, там, опять же, пятая, шестая какая на по счету волна, но это прям вот такого Викея мы не видели. Такого мы не слышали. Ну, в совокупности имеется в виду всего. Вот, и здесь то же самое. Это прям супер интересно. То есть, очень крутой звук. Такой очень не японский, кстати, звук. То есть, ну, кто-то говорил, что их вроде как все-таки японец сводит, да, но значит, очень хорошо сводит, значит, научились, потому что очень крутой бас, очень плотненько все. Гитарки, там, ударка, прям все вкусненько, все четенько, как бы, опять же, вокал. Кстати, забавно, что он в вокале, это он как и раньше, в принципе, то есть, ну, и одни техники, и вторые, и третьи. Вот, тем не менее, это уже, ну, не такой просто дэт-метал ради дэт-метала, да, то есть, это прям, ну... Очень много, опять же, тут жанров интересных. Клип офигительно снят. Ну, то есть мне очень нравится их внешка, вот опять же говорю, в совокупности с именно музыкой нынешней. Вот такие девелуфы, как будто бы... Вот, и говорю, что я про Декскору сказал, вот такие девелуфы, они готовы вместе с Жилюкой новую волну Visual K, мне кажется, подать. То есть вот именно вот такого.
Да, потому что все вот эти вот волны с именно металкором и дедкором, да, они как бы прошли, опять же, Nocturnal Bloodlust. Кстати, те же Nocturnal Bloodlust, они как бы, опять же, не визуалки сейчас считаются, но они тоже играют сейчас что-то совершенно новое, и, мне кажется, они вместе вот все скооперируются, вот, могут дать как бы такой нифиговый буст, опять же, Викею и Джироку в целом, потому что у них очень хорошее звучание, у них очень интересные идеи у всех, кроме Декскора. У Декскора есть только великолепный ударник, типа вот, и все. И то не у Декскора. А так пока то, что они последний выпускали, мне не особо... Ну, типа, прикольный трек, но это прям типичный Декскор был. Так что я надеюсь, Декскор тоже что-нибудь понапридумывают. И вот они все втроем, там, вчетвером, или сколько их там еще будет, может, Кизу к ним еще добавится, да? И всякие там дезерты, которые тоже начали делать приколюхи. Вот, они, ну, короче, с толпами вот именно новых таких современных фикей волн будут. То есть наравне с теми же газетами, дирами и так далее. Потому что, ну, по звуку, они уже готовы соперничать. Ну, даже не соперничать, а... То есть вот если раньше, да, мы брали, например, там, например, я брал газет и брал Девилуф, и я такой, типа, ну это небо и земля, типа, Девилуф крутая группа, но по звуку там им еще где-то Китая, да, на лыжах, вот. А сейчас уже нет, сейчас звук мне очень нравится. В каком-то плане он даже покруче, чем у последних треков газет. Вот, но это так, ладно, субъективщина. Короче, что я хотел сказать, супер, я мега рад за Девилуфов, очень крутые последние два трека, вот. Та странная эпишка, которая у них выходила, которая, типа, ну, прям мех. И вот эти два трека, это тоже небо и земля. То есть мне прям супер понравилось. И внешка у них офигительная. То есть тоже они не похожи на обычных викейщиков. Вот просто посмотрите на фотку. Это не обычные викейщики. Это викейщики современные. То есть прям видно по ним. Плюс чуваки не зажатые, без вот этих вот, знаете, вот этих вот, да, викеев из нулевых, это все. То есть ты вот смотришь на вот это, такой, вот это современный викей. Ты смотришь на Жлюку и слушаешь, вот это современный викей, вот это круто. И вот этого я очень надеюсь, что в 2024 году у нас будет больше. Вот, что такого. Но в любом случае, как бы всех остальных викейщиков тоже сейчас будем смотреть. Вот, сравнивать, не сравнивать, тем не менее. Короче, в любом случае, вот такая первая реакция в 2024 году... Ну, для меня она, кстати, первая реально, потому что у вас уже были реакции, на которые я записывал в 23-м, а это именно прям самая первая в 24-м, так что начинаем потихонечку, вот, и, собственно, продолжаем, а здесь, наверное, все, всем спасибо, кто посмотрит реакцию, ссылочка в описании, нравится, сами все знаете, не забывайте заходить на стримы, я постараюсь их в этом году почаще все-таки опять делать, вот, опять же, не знаю, на Твиче или на Ютубе, вот, но сегодня вместе с этой реакцией, там, попозже еще будет стрим. Я на нем много чего буду рассказывать. Кто не успеет, опять же, пересмотрите, но там будут важные штуки. Вот, а Тевилуфу мега обрадовали, так что я не знаю, что еще сказать. Супер, балдеж, я рад. Надеюсь, вы тоже. Короче, все. Ссылочки в описании, если нравится, сами все знаете. Я это говорил или нет? Я вообще забыл, что это надо говорить, лол. Короче, все, я погнал.